Любви хочется. Понимаю. А ты похудей маленько. Тогда я и стрельну, в кого ты покажешь. А для этого вон все в подсказочках есть. А если что, то и ссылочка внизу под видео. Заходи. Всем привет, с вами опять Михалыч. Хочу поделиться секретом приготовления баклажанов. Это делает моя жена, она сейчас об этом и расскажет. Пожалуйста. Всех приветствую, с вами хозяюшка Лариса. Сегодня я вам расскажу об уникальном блюде, о запеченных баклажанах. Все привыкли как-то жарить баклажаны, но это занимает уйму времени, не очень удобно постоянно стоять у сковородки, переворачивать, следить, чтобы они не сгорели. Поэтому я применяю другой способ – запекание. Что для этого нужно? Ну, естественно, сами баклажаны. Любой длины, любой ширины, какие вам нравятся, но они должны быть плотными обязательно, вот с зелеными такими концами, упругими. И в ней должно быть, вот семечки должны быть мелкими, вот такими. Тогда они обладают всеми полезными свойствами, в них куча микроэлементов, полезных свойств. И вообще хочу сказать, что баклажаны очень полезное блюдо. Причем многие полезные свойства сохраняют именно в запеченном виде. Поэтому для этого я беру вот такую форму для запекания. Нарезаю баклажаны кружочками. Наливаю растительное масло и укладываю баклажаны. Где-то температура 250 градусов в духовке. Я ставлю баклажаны, ну, где-то минутки на 3. Надо, конечно, наблюдать за этим процессом. Потом переворачиваем баклажаны на другую сторону, еще минуточки 2. Все, достаем из духовки, баклажаны готовы. Вот такой вот золотистый вид приятный они принимают. Ну, где ты шаришься? Я тебя жду-жду в подсказках. Заходи. Потом эти баклажаны выкладываем на тарелочку. На тарелочку. Смазываем. Я вот каким образом это делаю. Я беру сметану любой жирности. Добавляю в равных пропорциях половину сметаны, половину майонеза. И чеснок. Выдавливаю чеснок. Все это хорошо размешиваю. Наношу на баклажаны. Потом режу помидорчик и сверху укладываю помидорчик. И вот такое красивое, замечательное и полезное блюдо у нас получается. Так что ешьте на здоровье, применяйте мой рецепт и пусть вас радует это блюдо. Да, друзья, если вам понравился рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Жена, если что, ответит, постарается ответить на все данные вопросы. Всего доброго!